sendo salvo. Cruz da pierce suami, vai mani ao chão salto. Esteve slaveu, esteve slaveu. Славу церковь! Добрый день! Вы любите Иисуса? Спойте! Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе славы! Аллилуйя! Мы любим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за Твое драгоценное имя. Мы поднимаем к Тебе свои руки. И в этот день хотим сказать, как сильно мы любим Тебя. Спасибо Тебе, что Ты позволил нам проснуться сегодня этим утром.
что наши легкие дышат. И мы можем стоять здесь перед Твоим лицом и славить имя Твое. Я благодарю Тебя за имя Твое, за жертву Твою. Где бы я был сегодня, если бы не Ты, Твоя любовь, Иисус? Мы любим Тебя и поклоняемся Тебе. Ты достоин всей славы. Твое имя слаще меда. Аллилуйя. Слаще меда имя Твое, Иисус. Кровью Своей святой Ты искупил меня. Грехи все простил, путь указал, открыл Отца. Сердце мое Духом Святым любовь излил. Вечную жизнь Ты даровал жертвой Своей. Сердце мое Тебе отдаю, мой Господь. Oh! Подними к Нему свои руки и пой Ему. Духом Святым любовь. Вечную жизнь Ты даровал жертвой Своей. Отдай Ему сердце. Я даю Тебе сердце мое, Иисус. Сердце мое Тебе отдаю, мой Господь. Отдай ему сердце свое, сердце свое. Сердце мое, Тебе отдаю, мой Господь. Сердце мое, сердце мое, Тебе отдаю, мой Господь. Мы любим Тебя. Тебя,
возьми свой голос к нему. Церковь, воздай Богу славу. Его имя слаще меда. Подними к нему руки и скажи: Иисус, ты прекрасен. Аллилуйя. Начни молиться на языках и благодарить Его, как это может настоящий народ Божий. Аллилуйя, мы любим Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за жертву Твою. Аллилуйя. Спасибо Тебе, что Ты так часто защищаешь нас, что Ты хранишь нас в Своих руках. Мы поклоняемся Тебе, драгоценный Иисус. Кто может сравниться с Тобою? Мы любим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты всегда с нами. Неважно, что в нашей жизни. Ты с нами, драгоценный Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, мы любим Тебя. Мы славим Тебя, Иисус. О, не смотри на меня, смотри на Иисуса. Поклоняйся Ему, говори Ему, как ты любишь Его. О, рабараборша каталараборобоса котоларабалакателарабалакателаркатей. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Hallelujah. Вы знаете, кто-нибудь когда-нибудь смотрит видеокассеты с конференций разных и служений? Помаши мне рукой. А вы когда-нибудь на себя смотрели во время конференции или прославления? Кто делал какой-нибудь анализ по поводу себя? Я лично часто делаю по поводу себя анализ. Вы знаете, очень хорошо, что есть видеокассеты, есть диски, DVD. Можно посмотреть на себя. Стоишь ли ты вкопанный, как столб? Или ты танцуешь перед ним, как свободный человек, избавленный от всякого греха? И вы знаете, всегда, когда я замечаю, что на видеокассете или где-то я на служении стою хмурый такой, когда народ Божий славит его, я понимаю, что проблема не в народе Божьем, проблема во мне. И вы знаете, мне нравится выражение, что в Духе Святом есть праведность, мир и радость. И вы знаете, не зря эти слова так поставлены по порядку: праведность, мир и радость. Вы знаете, когда в вашей жизни, в нашей жизни есть праведность, народ Божий, у нас будет что? Мир. Когда есть праведность, есть мир, а когда есть мир, тогда есть и радость. Поэтому заметь, если у тебя нет радости, разберись с остальными двумя: миром и праведностью. Здесь есть праведные люди в этот день. Значит, здесь есть мирные люди в этот день. И в этот день есть радостные люди перед Господом. Аллилуйя! И неважно, какие штормы, мы будем славить Его вместе. Оу. Буря вокруг, ветра, дожди. Что нас с тобой ждет впереди? Мне не страшны ни холод, ни зной, ведь в лодке моей ты рядом со мной. Спасение мое в тебе нахожу, день ото дня тобой лишь дышу. Кто сможет меня остановить, когда ты со мной? Ты хранишь меня любовью, драгоценной кровью. Я в твоих руках, Боже, я в твоих руках.
сердце я не скрою, я уста открою, я в твоих руках. Боже, я в твоих руках, ты хранишь меня любовью, драгоценной кровью, я в твоих руках. Боже, я в твоих руках, и эмоции я не скрою, я уста открою, я в твоих руках. Эй, Боже, я в твоих руках. Дожди, что нас с тобой ждет впереди. Мне не страшны ни холод, ни зной, ведь в лодке моей ты рядом со мной. Спасение мое в тебе нахожу, день ото дня там полишь дышу. Кто сможет меня остановить, когда ты со мной? Ты хранишь меня любовью, драгоценной кровью, я в твоих руках. Боже, я в твоих руках, и эмоции я не скрою, я уста открою, я в твоих руках. Боже, я в твоих руках, ты хранишь меня любовью, драгоценной кровью, я в твоих руках. Боже, я в твоих руках, и эмоции я не скрою, я уста открою, я в твоих руках. Ставь его! Люди, потому что у нас есть Бог живой, не который умер тогда 2000 лет назад и не воскрес. Он умер и воскрес за нас с тобой, за наше оправдание. Аллилуйя, воздай ему славу. Послушай, брат, сестра, буря прошла, стихли ветра, яркий рассвет нового дня. Прошли стороной холод и зной, ведь в лодке моей ты был рядом со мной. Спасение мое в тебе нахожу, день ото дня тобой лишь дышу. Кто сможет меня остановить, когда ты со мной? Меня любовью, драгоценной кровью, я в твоих руках. Боже, я в твоих руках, и эмоции я не скрою, я уста открою, я в твоих руках. Что? Боже, я в твоих руках, ты хранишь меня любовью, драгоценной кровью, я в твоих руках. Пой! Боже, я в твоих руках, и эмоции я не скрою, я уста открою, я в твоих руках. Боже, я в твоих руках. Para, 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 para,
Аллилуйя, воздай ему славу. Это песня о любви. О любви Божьей, но и о любви человеческой, в котором нуждается каждый из нас. Аллилуйя! Творить чудеса, воскресить долину мертвых костей, возлюбить своих ближних, но, во-первых, Творца, нет важнее этих двух заповедей. Эти два ключа, как зеницу ока, храни. Любовь всегда продли все твои счастливые.